Я хотел бы сделать не спонсорский доклад, а воспользоваться 20-минутным тайм-слотом для мотивации тех разработчиков, которые здесь присутствуют, на, возможно, более правильные подходы и свершения там, веб-разработки. Главная цель как бы в том, чтобы каждый подумал, на самом деле тут уверен, что тут веб-разработчиком являются почти все, если считать каждый там, маленький кусочек скрипта на PHP, это вы уже веб-программист. Вот. Тут очень у многих есть странички всякие в интернете, есть мелкие сайты, мелкие эксперименты, и хотелось бы немножко просто поговорить на эту тему, а конкретно на тему там, апгрейдов и там, обновлений. Ну, первая проблема, которая всегда существует с точки зрения обычных пользователей, это как бы нам сделать обновление, а точнее, это даже не так. Вот я вот здесь этим сайтом раньше пользовался, с ним все было хорошо, я в определенный момент захожу, а он не работает. И грусть такая, печаль. Вот у нас такая вот картинка регулярно используется в таких случаях. Вот. Проблема возникает из-за того, что обновление исходного кода сайта это зачастую там какие-то миграции. Что? Это сигвей типа? Не знаю. Вот. Обновление любого ресурса, там вебовского ресурса, да, оно заключается там из разряда программисты что-то нафигачили, надо бы это залить, надо сделать какие-то действия, чтобы как-то данные промигрировать, надо как-то это потушить, иногда зайти донастроить чего-то, пользователей перенастроить, если вы подключаете новую подсистему. Вот. В конце концов, чтобы там вы как для себя не отмазывались, какие бы проблемы не были у вас, в любом случае, с точки зрения пользователя, все это грустно, ему старая версия, работающая гораздо лучше, чем что-нибудь такое ужасное. Первая проблема, первая вещь, которая в таких случаях должна быть сделана, это автоматизация. Автоматизация просто ручной работой. Реально человек программистом или админ, или человек, который добирается до сервера, если он там делает что-то с консоли по SSH, это ну, прямой путь в какой-то ад, просто потому что он где-то да, ошибется, немножко не тот форматирует, пропадет SSH-сессия, ну все что угодно может произойти. Человеческий фактор, он самый проблемный, критический, и даже обновления, в первую очередь обновления должны тестироваться локально. Ну, а как, что значит оттестироваться, да? Там должны быть написаны какие-то скрипты, которые это автоматизируют, обновление ресурса. А потом уже, грубо говоря, на продакшене, на каком-то другом специальном, на продакшене вы это просто запускаете. На самом деле, эта штука большинство проблем решает, если ее сделать в том аспекте, что, оказывается, если там человеков там пару команд пока наберет, пока то да все, грубо говоря, обновление сайта админом или еще каким-то таким грустным образом может занимать до получасу, а скрипт работает минуту, и если, грубо говоря, для вас это достаточно, то это же ну, достаточно клево. Ваши пользователи могут и не заметить, или, по крайней мере, достаточно малый простой. Итак, тезис первый, надо автоматизировать как можно больше в плане деплоймента, ну и там других аспектов. Второй как бы, вопрос, который там часто возникает, достаточно клево иметь в продакшене рядом с вашим сайтом какую-то заготовленную площадку, на которую вы деплоите ваш ресурс. На самом деле у нас же тестировщик, например, краеугольно считает, что после деплоймента ну, конфиги меняться не должны, проверяют они сразу вместе с конфигами и хотят это проверять там, ну, независимо. Соответственно, зачастую там достаточно стандартный подход, но и тут уже гораздо несколько сложнее с точки зрения разработчиков быть готовым к тому, что версия, которая выкатывается, она совместима со старой базой данных, а точнее, что бывает там еще хуже или там наоборот, что база данных обновляется и старая версия продукта должна быть совместима с новой версией баз данных. Вот. Не всегда это возможно, но тем не менее многие обновления являются достаточно мелкими и реально переставлять кнопочки на интерфейсе происходит в 5 раз чаще, чем там, добавлять столбец в таблицу.
Вот, ну, с точки зрения релиза, там многие компании настолько это выстраивают автоматически, там, грубо говоря, до 30 релизов в день, там официальная, по крайней мере, рекламная информация от Фейсбука. Много изменений мелких, и реально, когда происходят мелкие изменения, очень удобно поставить второй инстанс в продакшене, дать его тестировщикам вашим, чтобы они его тестировали, а потом, грубо говоря, переключили DNS. Вот, здесь как бы такой пример неудачного старта одного из ресурсов. Ну, чем удобно, что в случае какой-то неудачи можно там остановиться, подумать, перепроверить, отложить там, повторить на те ошибки, поправить все, и только потом уже переключать DNS. Или там еще другим способом, балансировку и так далее. Однако не всегда это возможно, и иногда приходится сделать вещи, ну, которые я бы сравнил с пересадкой сердца. Когда у вас система работает, у вас там объем изменений достаточно огромный, но в этом случае приходится извращаться и в каждом конкретном, наверное, продукте используются там каждые конкретные подходы. Мы в данный момент пытаемся внедрить такое понятие в наши продукты, так называемый read-only режим. Когда перед началом обновления сайт продолжает работать, но переключается в какой-то режим ограниченной функциональности, в техническом аспекте это звучит из разряда, у нас там у базы данных появляется read-only реплика, к которой подключается старый ресурс, да, у мастера фактически репликация ставится на паузу и начинаются большие длительные работы на мастере, которые там будут происходить достаточно долго, появится новая версия сайта, которую наши тестировщики тестируют, пользователи в это время будут пользоваться старой read-only версией, но это гораздо, для большинства пользователей они же контент не генерят, для них read-only версии вот так вот. А после уже, как бы говоря, завершения всех работ происходит уже переключение на новую версию с новыми данными. Но это достаточно кастомный случай, не всегда это получается, там есть какие-то иногда ограничения по медиаданным и так далее. Но просто стоит об этом задуматься, собственно, как вы можете такие вот операции проводить в каждом конкретном вашем проекте, получится это у вас или нет. Итого, как бы три на самом деле простые мысли. Давайте, надо бы не хорошо бы автоматизировать как только можно, все как только можно, особенно в плане деплоймента. Мой любимый пример там, у нас, грубо говоря, стейджинги там 200 штук там из упоминаемого там ранее аналога там Дженкинса в SteamCity там автоматически обновляются очень удобно. Обязательно тестировать продукт в продакшене не до того, как им могут воспользоваться пользователи, именно уже на полностью сконфигуренном, полностью подготовленном продакшеновском окружении в том аспекте, что после как бы, того, как вы там, пользователи кинете уже на новую версию ресурса, чтобы туда не было там, каких-то еще действий. Потому что если есть какие-то действия после того, как вы там что-то оттестировали там, с точки зрения администрирования, это то, где человек может ошибиться. Мы пытаемся вот этот человеческий фактор уменьшить там, до переключения DNS или там, до релода Nginx-конфига. И стоит использовать какие-то такие магические техники, типа read-only режим. В принципе, это достаточно самый простой метод такой. Без никакой магии почти любой ресурс можно в нем реализовать какой-то read-only режим, в котором он базу данных не пишет. И таким образом, используя там средства MySQL репликации, вы сможете свою старую версию сайта там запустить, а на новой версии, грубо говоря, там запускать миграции хоть по часу. Все. Вопросы?